В Ненецком округе стартовал самый массовый и любимый жителями физкультурно-спортивный праздник «Северное сияние». Лыжные гонки имени Ивана Чупрова в этом году стали 48-ми по счету. Программа «Северного сияния» рассчитана на 3 дня. Этого времени хватит для всех, кто желает принять участие в лыжном забеге. Трассу организовали в районе тепличного комбината «Солнышко». И сегодня первыми ее испытали ученики 5-11 классов. Северное сияние – самый массовый спортивный праздник. Ежегодно на трассу выходят около 800 жителей округа. Поэтому участников состязания делят на разные возрастные группы. От самых маленьких детсадовцев до ветеранов лыжного спорта. У каждого из них своя дистанция. Дистанция школьников от 2 до 5 километров. Свои 2000 метров первыми бежали пятиклассники. Спустя почти 13 минут на финише показался лидер Кирилл Клестов. Для Кирилла это не первое лидерство в «Северном сиянии». Как и полагается настоящему жителю Заполярного края, первый раз встал на лыжи в раннем детстве, в 3 года. Сейчас, как и многие участники лыжных соревнований, занимается в детско-юношеском центре «Лидер» и уверенно обходит своих товарищей, несмотря на сложности трассы. Лыжи не очень хорошо катили, но я надеюсь на победу и победил. Мне эта гонка понравилась. В «Северном сиянии» традиционно принимают участие не только городские школьники, но и сельские. В этом году на старт вышли сразу 8 ребят из поселка Красное. Они же бойцы известного в регионе военно-патриотического клуба «Поиск» под руководством Марины Литковой. С поддержкой наставницы дистанции даются ребятам намного легче. С лыжами ребята из «Поиска» давно на «ты». Занятия этим видом спорта – неотъемлемая часть их жизни. Эти слова и про Олесю Калиту. На финиш она пришла одной из первых. Олеся, давай! На самом деле, мне очень понравилась трасса. Мне сначала кажется, что ты думаешь, когда это уже наконец-то кончится. А потом, когда приезжаешь на трассу, очень радуешься. И тебе очень это понравилось на самом деле. Не обошлось в команде из поселка Красное и без драмы, но с концом достойным называться благородным поступком. Бойцы из «Поиска» знают, что такое взаимовыручка. На дистанции это доказал Стас Некрасов. Про свой поступок отзывается скромно. Главное не победа любой ценой, а помощь товарищам. Сильно толкался, старался. И палка сломалась, переломилась. Пока бежал. Вот герой Стас, друг, помог, спасибо ему. «Северное сияние» – не просто лыжные гонки. Уже давно массовые старты стали большим физкультурно-оздоровительным праздником. С этого года он проходит по системе двойного зачета. Те результаты, которые будут у учащихся здесь показаны на этом спортивном мероприятии, можно будет использовать в зачете по ГТО. Для того, чтобы нормы сдавать ГТО, существует много различных экзаменов, так скажем, много видов спорта, которые нужно сдавать, в том числе и лыжные гонки. То есть результат, который покажут здесь участники, можно будет засчитать в нормы ГТО. Засчитать результаты «Северного сияния» в зачет ГТО могут не только школьники, но и участники состязаний в остальных возрастных группах. Напомню, соревнования продлятся до 9 апреля. Во второй день спортсмены посоревнуются в спринте и в гонках в свободном стиле. Тогда же отдельные дистанции пробегут ученики начальных классов и воспитанники детских садов. Также в этот день, 8 апреля, состоится торжественное открытие массового физкультурно-оздоровительного праздника. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, телеканал «Север».